Слава Богу, дорогие братья и сестры, что сегодня мы можем собираться в Доме Божьем для того, чтобы слушать Его Слово, молиться, рассуждать и извлекать, конечно, для себя определенные истины. Сегодня я хочу напомнить вам то, что вы хорошо уже знаете. Я уверен, что с этого места вы много раз слышали Слово Божие, записанное в книге пророка Иеремии, 18 глава. Я хотел бы обратить ваше внимание, что Бог дает Иеремии два урока – причем в доме горшечника, и эти уроки сегодня актуальны для нас с вами. Мы слушаем, читаем Слово Божье, 18 глава с 1 стиха. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его». И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» Говорит Господь, «Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменяю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Дорогие братья и сестры, мы прекрасно понимаем, что живем в последнее время. Мы понимаем из тех событий, которые разворачиваются вокруг нас, что многое нужно изменить в нашей жизни, и каждому из нас есть что менять в нашей жизни. У каждого из нас есть недостатки, и я уверен, когда мы читаем Слово Божье, когда мы рассуждаем над Ним, когда мы приходим сюда в Дом Божий, Дух Святой касается наших сердец, указывая нам, что еще нужно изменить в нашей жизни. И вот Господь Иеремии преподает урок, когда посылает его в дом горшечника, и сосуд, который горшечник делал на кружале, развалился. Вы знаете, Бог великий гончар. Когда Он делает что-то в нашей жизни, когда Он лепит из нас то, что Он хочет сделать, бывает так, что что-то разваливается в руках Бога. Разваливается наша жизнь, наше служение разваливается. Знаете, вот когда вспоминаешь историю из жизни Самсона, то у него произошло следующее. Он потерял свое служение, потерял свои глаза, и несмотря на то, что он отомстил своим врагам, потому что Бог простил его падение, однако служение было утеряно, возможность быть судьей была утеряна, и, конечно же, глаза были утеряны. В нашей жизни может происходить что-то подобное, когда мы что-то можем потерять, когда что-то может быть разрушено, отношения с людьми, отношения в церкви, служение и многое другое, что мы чем мы ценили, чем дорожили, могло быть разрушенным. И много причин, почему это происходит. Сосуд, который горшечник делал, развалился. Бог, работая над нашей жизнью, замыслил, что мы будем Его служителями. Может быть, мы будем выполнять Его волю, совершать служение теми дарами, которыми Бог наделил нас. Но если мы не соответствовали Его воле, и замысел Его был нарушен, и что-то было разрушено, Бог говорит, я могу это восстановить. Я могу сделать новый сосуд. Я могу все исправить в вашей жизни при одном условии. Но прежде чем я поговорю об этом условии, я хочу обратить ваше внимание на другой урок, который Бог преподает Иеремии. Он записан в 19 главе, в следующей главе, и опять же, это первый стих, и мы читаем. «Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин
у горшечника. Он опять приходит в дом горшечнику и покупает этот кувшин. «Возьми с собой старейшин из народа и старейшин священнических». И 10 стих. «И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им, так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушил горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения». Два примера, два урока получает пророк. В одном случае Бог говорит: «Я могу все изменить». Я могу все восстановить. Вы как глина в руке моей, из которой я могу вылепить новый сосуд, который я задумал. В другом же случае Бог говорит: купи кувшин и разбей его в глазах всех людей. И возникает вопрос, почему в одном случае Бог готов что-то изменять, а в другом случае Бог говорит: я сокрушу. Не будет уже восстановления, ничего нельзя уже будет изменить, ничего уже нельзя будет исправить. И проблема заключается в самих людях. Проблема заключалась в отношении людей к Богу. И мы читаем об этом в 18 главе, 12 стих. «Они говорят: не надейся», то есть люди говорят Богу: «не надейся, мы будем жить по своим помыслам, будем поступать каждый по упорству злого своего сердца». Вот ответ, дорогие братья и сестры, и причина, почему Бог преподает второй урок. Ничего же нельзя изменить. Люди не хотели изменяться. Они ничего не хотели менять в своей жизни. Они не хотели каяться. Они не хотели смиряться перед Богом и соглашаться с тем, что Бог делал в их жизни. Тогда Бог говорит: если человек не готов к переменам, если человек не готов смиряться, если человек не готов довериться мне, чтобы я менял его жизнь, тогда все, что остается, это сокрушить этот сосуд, разбить его, потому что ничего уже нельзя менять, ничего уже нельзя изменить. Все, что можно сделать, это просто уничтожить. Я уже сказал, что каждому из нас есть что исправлять в нашей жизни. Без помощи Бога мы ничего не сможем сделать и изменить себя к лучшему. Но при этом, дорогие братья и сестры, я хочу сказать следующее. Бог ничего не будет делать в нашей жизни, если мы не будем с этим соглашаться. Давайте просто поразмыслим. Я уверен, что каждый из нас сейчас сидит и думает: ну, что ты говоришь нам особенного? Мы и так все это понимаем и знаем, и понимаем, что нам нужно меняться. У каждого из нас есть свои грехи, и причем, я бы даже сказал, тайные грехи. Помните, апостол Павел говорит, что Бог по благовествованию моему будет судить какие дела? Тайные дела. Не то, что мы делаем явно, а тайные. Обычно я говорю у себя в церкви: дорогие братья и сестры, когда вы один на один, и никто вас не видит, какими вы являетесь перед Богом? Что вы делаете? Какие мысли посещают ваши сердца? Что вы смотрите? Что вы читаете? Чем вы занимаетесь? Вот эти тайные дела, которых никто не знает, Бог приведет на суд и откроет. А у нас много тайных грехов, которые следует еще изменять, и многому есть над чем трудиться Богу в нашей жизни. Глина поддается изменению. Из нее можно сформировать все то, что Бог может задумать. Если мы готовы к этим переменам, если мы готовы доверяться Богу, если мы готовы смиряться с тем, что Бог делает в нашей жизни, Бог будет лепить тот сосуд, который Он замышляет сделать. Но если мы не готовы смиряться, если мы не готовы сокрушаться и принимать от Бога то, что Он делает в нашей жизни, тогда уже ничего нельзя изменить. Итак, глина поддается изменению. Закаленный сосуд, сформировавшийся сосуд, нельзя изменить. Ничего уже нельзя сделать. Он уже готовый. Будет ли он готов к использованию на служение, или будет он готов для того, чтобы его сокрушить, конечно, будет зависеть от того, как мы живем с Богом, и какие мы имеем отношения с Богом, с церковью,
что мы делаем для славы Господа. Сегодня я хотел бы призвать нас к тому, чтобы мы молились. Молились о том, чтобы быть глиной в руках Бога. Исаия в 64 главе говорит такие слова: «Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие, воззри же, мы все народ Твой». И опять же, этот пророк говорит в 45 главе 9 стих: «Горе тому, кто припирается Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело? Скажет ли о тебе, у него нет рук?» Все это продолжение одной истории. Глина и сосуд. Глину можно изменить, сосуд уже изменить нельзя. И если мы не готовы к переменам, Бог рано или поздно сокрушит нас. Пусть Господь поможет нам, как я уже сказал, быть глиной, мягкой, податливой, способной смиряться и соглашаться с волей Божьей. Я уверен, что сейчас вы все сидите и думаете, что да, но я соглашаюсь, да, я смиряюсь перед Богом, да, я готов, чтобы Бог работал над моей жизнью. Но хочу задать вопрос, дорогие братья и сестры. Вы ропщите? Знаете, я думаю, ропщит только, наверное, у меня в церкви. Я думаю, что в вашей церкви никто не ропщет. Я думаю, что вы настолько все знаете, святые, и умеете принимать, знаете, все от Бога. Но я хочу сказать, что ропот, он сродни богохульству. При этом, знаете, я хочу сказать, вот просто сейчас вспоминаю историю. Помните, когда Самуил встретился с Саулом, он сказал, что об идолопоклонстве, что противление воле Божией, это сравни идолопоклонству, и непокорность Богу, это как идолопоклонство. Знаете, я как-то, когда прочитал этот текст Священного Писания, рассуждал так, ну, я много раз как бы читал это Слово Божие, вот в последнее время я обратил внимание, что мы много говорим об идолопоклонстве. Мы говорим об идолопоклонстве вещам, деньгам, домам, может быть, об идолопоклонстве, знаете, когда человек что-то стяжает к себе в дом, неважно что, но это часть идолопоклонства. Но в данный текст говорит еще об одном идолопоклонстве. Знаете, это идолопоклонство самому себе, своему «я», своему эго. Когда мы противимся Божьей воле, когда мы противимся Его Слову, когда мы не соглашаемся с тем, что Бог повелевает нам, по сути своей мы становимся идолопоклонники самому себе, своему «я», своему эго, потому что я не соглашаюсь с тем, что Бог делает в моей жизни. Отсюда появляется ропот и недовольство. Отсюда появляется возмущение и гнев. Отсюда появляется восстание против Бога и, знаете, недовольство и непонимание с тем, и несогласие с тем, что Бог делает в нашей жизни. И теперь вопрос. Бог любит нас? Да, Он любит. Он заботится о нас. Хочет ли Он, чтобы мы погибли? Конечно же, Он не хочет, чтобы мы погибли. Он желает нам спасения. Но Он знает наше тайное. Он знает то, чего мы не замечаем. И, может быть, мы даже соглашаемся с тем, что как мы живем, как мы поступаем с нашими мыслями, которые мы привыкли допускать в своей жизни и живем той жизнью, которой мы живем. Но Бог видит, что это грех. Он хочет что-то изменить в нашей жизни. Он начинает изменять. И что Он делает? Он начинает нас сминать. И это болезненный процесс. Настолько болезненный. И я не уверен, что все мы сразу можем сказать: «Слава тебе, Господи! Сегодня ты меня мнешь. Сегодня ты прессуешь меня со всех сторон. Меня прессуют люди, меня прессуют на работе, меня прессуют в церкви, меня прессуют дома, меня никто не понимает, и вообще я ничего не понимаю, что происходит в моей жизни. Если ты, дорогая душа, сегодня находишься в таком состоянии, знай, Бог прессует тебя, Бог мнет тебя, как глину, еще есть надежда на перемену. И если ты с этим смиряешься и соглашаешься, ты глина».
Но если ты возмущаешься, если ты восстаешь, если гневом наполняется твое сердце, и ты возмущаешься против того, что Бог делает в твоей жизни, тогда стоит задуматься. Ты уже сформировавшийся сосуд со своими убеждениями, со своими взглядами, со своим устройством, своим пониманием. Ты не хочешь никаких перемен в своей жизни, потому что тебе нравится жить так, как ты живешь. Тогда бойся. Наступит такой момент, когда Бог сокрушит тебя, и не будет никакого восстановления. Возможно ли что-то изменить в нашей жизни? Да, конечно. Если с обожженным сосудом уже ничего нельзя сделать, его нужно только будет разбить, то в жизни с человеком, конечно же, есть возможность к перемене. Слово Божие – это вода. Мы читаем послание к Ефесянам. Христос возлюбил церковь, 5 глава, 25 стих, 25-27 стих. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Слово Божие сравнивается с водой. Вода может размягчить глину. Она может размягчить сердце. И если мы наполняем себя Словом Божьим, наполняем свою душу, свое сердце, свой разум, мы напитываем себя Словом Божьим, тогда у Бога есть возможность что-то делать в нашей жизни. Если мы лишаем себя этой возможности, и сердце наше черствеет, оно сохнет без Слова Божьего, и мы становимся грубыми, мы становимся черствыми, мы становимся неподатливыми. И тогда, когда Бог начинает что-то делать в нашей жизни, то Он держит в руках сухую глину, с которой тоже ничего нельзя вылепить. Я сегодня хочу призвать вас, дорогие братья и сестры, помолиться. Помолиться о том, чтобы мы были мягкой глиной в руках Божиих, чтобы Он делал свое дело над нами, приготавливая нас к вечности, чтобы Он использовал нас так, как Он считает нужным, чтобы мы принимали все обстоятельства в нашей жизни в смирении и сокрушении, соглашаясь с тем, что Бог все делает правильно. Даже если нам это непонятно, даже если нам это не нравится, даже если нам это больно, но мы должны помнить, Бог – великий гончар. Аминь. Помолимся. Господи Бог наш, мы благодарим и славим, что по милости Твоей сегодня в Доме Твоем мы можем молиться Тебе, открывая наши души, наши сердца. Я, Господи, прошу, чтобы Ты услышал молитвы, произнесенные вслух и в наших сердцах, и в наших душах. Пусть они придут к престолу Твоей благодати, Господи, и Ты ответь на них. Мы понимаем, Господи, что мы живем в последнее время, и хотя мы не знаем, когда Ты придешь взять церковь с этой земли, но я прошу Тебя, Господи, чтобы и меня, и народ Твой, Ты приготавливал к вечности. Ты великий гончар. Ты знаешь, что менять в нашей жизни, Господи, Ты знаешь еще то, что мешает нам следовать за Тобой, от чего мы должны быть освобождены, чтобы у нас был свободный вход в Царство Твое. Господи, мы просим Тебя, Ты работай над нами. Ты делай то, что Ты считаешь нужным сделать, и меняй нас так, как Ты считаешь нужным, Господи. Да будем мы в руке Твоей орудием, глиной, Господи, податливой, в глубоком смирении ходить пред лицом Твоим. Пусть благодать и милость Твоя будет над нами, и имя Твое да будет прославлено и возвеличено среди народа Твоего, в детях Твоих, в церквах Твоих. Я прошу Тебя, Господи, чтобы эту Ты церковь благословил, благословил служителей, благословил, чтобы церкви возрастали. Ты знаешь нужды наши об избрании старшего пресвитера, Господи, и этот вопрос реши по милости и благодати Твоей. Имени Твоему, великому и святому, донесется честь и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.